Ты об этом пожалеешь. Очень скоро. Почему она такая злая? Демоны не все такие. Лучше бы их не существовало на Земле. Но если бы не было бы их, не было бы и нас. Ой, это тоже верно. Ладно, нам нужно идти. Куда? Потом узнаешь. Иди за мной. Ладно. Тихо, Клара, успокойся. Теперь ты одна из нас. Ты должна выполнить некоторые задания. Я думаю, ты справишься с ними, верно? Да, я тоже так думаю. Я не сомневалась в тебе ни секунды. Если что, я попробую помочь тебе. Ну ладно. Я слышала, что сегодня около одного кафе случится очень плохое. Тебе нужно остановить их. Я уже не могу этого сделать. И все остальные, у них есть свои дела, занятия. Хорошо. Так что сегодня ты должна сделать это. Хорошо. Скажи, какое кафе? Кафе называется Норма. О, хорошо, я побежала. Я думаю, она очень способна. Правда? Стив? Да, конечно. Я пришла сюда достаточно быстро. Нужно узнать, за каким столиком случится несчастье. О, привет, девочка. На столик вам присяду. Конечно. Ой. Спасибо. Ты что, совсем? Как так можно обращаться со мной? Это невозможно. Да что ты, я же просто нечаянно. Ты поплатишься за это. Что? Стой! Не надо ничего делать. Еще и защищать? Ну все, вам не сдобровать. Отойди, пожалуйста, от этой девушки. Нет. Что, если я скажу нет? То я буду вынуждена тебя заставить. Заставить меня? Меня? Да ладно. Хорошо. А, эй! А ты так можешь со мной обращаться? А! Ай! Ой! Это ненормально! Я отомщу ей. Извините, пожалуйста, но доступ сюда закрыт. Вас выгнали. Ладно уж. Пойдем со мной, поговорим. Что вы смеетесь? Я помогаю своему папе. Я думаю, это не так смешно, как
вы считаете? Я смеюсь не над этим. А над чем? Над чем? Что ты сейчас врешь? Что? Что? Я все папе сейчас скажу! Я... Да ябеда! Как можно не поябеда? Что это такое? Ты не успеешь. Я слышал какой-то звук. Это я виновата. Я виновата в том, что она умерла. Ты не виновата. Если бы ты не вмешалась, умерли бы все. Почему я не выбрала быть обычным пони? Потому что не было такого варианта ответа. Я об этом жалею. Почему я встретила вас? Почему? Спокойно. Я думаю, сейчас ты можешь немного успокоиться и пойти домой. Хорошо, я пойду. Моя голова, что-то не так. Ой, что с тобой, Клара? Клара, очнись! Спокойно, все нормально. Я думаю, она встанет. Нужно ее разбудить, или что-то не так. Девочки. Она бредит. Слишком огромное силовое поле. Ну, наконец-то очнулась. Что ты смеешься? Это из-за тебя. Это все из-за тебя. Да. А еще из-за меня Челябинский метеорит упал, да? Ну, не переводи вообще тему. Да, вот именно. Девочки, не ссорьтесь. Со мной столько произошло всего. Да. Я пошла. Представляете себе?